Рига – мой родной город. Я ее обожаю. Я здесь родилась. Здесь моя семья, друзья. Ригу люблю за ее красивые здания, за то, что люди здесь добрые и хорошие. Я много путешествую и люблю ездить по разным странам, но жить и работать хочу только в Риге. Я учусь в университете на специальность управления туристическим и гостиничным бизнесом. Легко совмещая работу с учебой, еще остается время выпить чашечку кофе, обдумать планы на день в уютной кафешке. Самое важное для меня в работе – это гибкий и удобный рабочий график. У меня остается много свободного времени для себя, хожу в спортзал, учусь, провожу время с друзьями. На работе я встретила хороших и отзывчивых людей. Некоторые стали моими близкими друзьями, с которыми очень часто встречаюсь и вне офиса. Абсолютно точно могу сказать, что я люблю свою работу, и я не хочу менять ее ни на что. Рабочая атмосфера просто бомба. Коллеги всегда готовы помочь, поддержать. Это очень важно. Моя работа идеальна. Весь день ты общаешься с людьми, улыбаешься, настроение отлично и всегда есть желание хорошо выглядеть. Если ты позитивный человек, тебе нужно быть здесь, с нами. За время работы в компании я намного улучшила свой уровень знания английского языка. Дополнительно изучаю итальянский. Все обучающие курсы оплачивает работодатель. Мой любимый курс, конечно, мейкап. Компания регулярно устраивает множество мероприятий для работников. Новогодние вечеринки, спортивные игры, ужин лучших работников. Общение в неформальной обстановке помогает лучше узнать своих коллег и построить хорошие отношения в команде. Система бонусов зависит от собственных результатов. Больше и лучше сделал, больше заработал. И это классно, потому что в этой компании я могу увеличивать не только свои знания, но и зарплату. Мне нравится работать в современной компании, которая заботится о своих работниках. Каждый день иду на работу с удовольствием. Если моя смена заканчивается поздно, то компания оплачивает такси. Мне очень нравится моя работа. Я ее просто люблю.